Централизованная модель управления МФЦ предусматривает единые стандарты качества оказываемых услуг, оптимизацию системы управления и расходов на содержание. Финансирование МФЦ будет осуществляться за счет бюджета Краснодарского края. Плюсы в этом объединении заметны будут сразу, то есть это увеличится, так сказать, скорость обработки информации, скорость обработки данных. Централизация позволит, так сказать, наладить быстрее электронный документооборот, а также позволит как можно больше задействовать количество заявителей при получении государственных услуг в электронном виде. Анапский МФЦ является одним из лучших по качеству обслуживания населения в Краснодарском крае и в ближайшее время может стать еще более удобным, так как сейчас решается вопрос об увеличении площадей центра.